В центре Одессы припарковать автомобиль теперь станет легче. ГАИ вместе с коммунальным предприятием «Городские дороги» провели рейд по расчистке городских улиц от юнипаркеров, которые не позволяли большинству водителей припарковать машину возле магазина или офиса. Подробности далее. Рабочие из ремонтной бригады КП «Городские дороги» подключают к генератору турбинку и приступают к ликвидации лишних конструкций на дороге. В данном случае производится демонтаж юнипаркеров, незаконно установленных, скажем так. Технологический процесс, значит, эти юнипаркеры крепятся на закладных болтах. Для того, чтобы их снять и не повредить тротуарное покрытие, срезаются эти болты и аккуратно снимается юнипаркер. Группа Олега Владимировича работает не сама по себе, определяют место демонтажа инспекторы ГАИ. Они же и общаются с владельцами юнипаркеров. Говорят, сначала им пытаются доказать, что металлические конструкции стоят законно и есть все соответствующие документы. Есть документы на эксплуатацию самого завязного кармана. По законодательству им разрешено обустройство кармана с установкой соответствующих дорожных знаков. Но законом не предусмотрена установка физических препятствий непосредственно на них. Вот с этой целью проводится демонтаж. По словам правоохранителей, они заранее проверили и вручили предписание о добровольном сносе юнипаркеров. Говорят, демонтаж поможет разгрузить городские улицы. В том числе с целью повышения пропускной способности, предотвращения хаотической парковки транспортных средств. Ну, например, транспорт паркуется, да? Клиенты, которые хотят заехать на тот или иной объект, да, паркуют транспортные средства непосредственно за счет проезжей части, что способствует увеличению заторов, ну и увеличивает, уменьшает пропускную способность той или иной улицы города. Некоторые владельцы демонтировали конструкции самостоятельно, другим повезло. Юнипаркеры находились под припаркованными автомобилями. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал.